сказать, что второй эфир был более напряженный, чем первый, потому что были новые танцы, новые ощущения, плюс танцы за жизнь, и на этом эфире все-таки кто-то нас покидает, поэтому, конечно, мы переживаем. Ну, но, если честно сказать, конкретно нашего танца, мне все понравилось. Знаете, эфир был, в общем, насыщенный, интересный, не был одинаковым. Все ребятки были очень разнообразными и красивыми, техничными, что немаловажно. Вот. А что касательно... Да. Касательно комментариев судей, то могу сказать, у них тоже есть какая-то конкуренция между собой, да? Ну, и всем ребятам хочу посоветовать меньше обращать внимание на судей, ну, на комментарии судей, потому что все-таки, знаете, танцевать ребятам на сцене вдвоем. Поэтому надо всегда настраиваться на то, что все будет хорошо, все получится, и действительно получить кайф на сцене от того, что ты делаешь. Только тогда, наверное, зрители получат, соответственно, да, то есть эмоции, позитив, вот. Ну, в общем, увидим по результатам. Спасибо большое.